Пять преподавателей зареченских школ вступили в борьбу за звание «Учитель года 2011». 7 февраля на базе 221 школы стартовал первый этап городского конкурса. Мы желаем от всех членов жюри хорошего настроения, творческого состояния души, боевого духа. И вот пусть вот эти улыбки, которые есть сегодня у вас, они сохранятся до конца конкурса. Вы лучшие, вы замечательные педагоги, к вам всегда идут дети. И чтобы вот то, что вы задумали на этот конкурс, обязательно исполнилось. И та планка, которую вы для себя подняли, она была вами взята. В первый конкурсный день учителя защищали свои педагогические концепции, посредством которых рассказали о своей работе, поделились опытом. Впереди у педагогов еще 5 испытаний – мастер-класс, публичная лекция, открытый урок, самоанализ и, пожалуй, самое красочное – мир увлечений. Последнее конкурсное состязание намечено на 18 февраля. Светлана Демина, Наталья Елистратова, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный».